Всем привет, я Евгений Замятин. Да, вот и погодка уже изменилась, и впереди новый сезон открытой воды, до которого не так уж и много времени. Друзья, я всегда вам обещал, и обещание свое сдерживаю, есть такие вещи, которые меня впечатляют, то есть которые я вот, на которые я обращаю внимание, и сегодня я вам покажу, и мы с вами познакомимся с такой прикормкой, но это даже не прикормка, это мечта поэта. Не секрет, что для рыб наиболее привлекательными являются гомогенизированные, натуральные личинки, да? То есть до однородной массы перемолотые всякие личинки. Так вот, мотыль, опарыш, червь, все это перемолотое в однородную массу и в аккуратных бутылочках. Посмотрите, что делает мой друг Александр Мушта. И я не знаю где, но если вы найдете, очень рекомендую к этому присмотреться. Уважаемые любители здорового отдыха и рыбалки, мы с вами находимся в городе Москва на выставке охоты и рыболовства на Руси. Мы беседуем с моим добрым знакомым, с Александром, который приехал из Краснодара, и он участник этой выставки. Здравствуйте, Александр. Расскажите, пожалуйста, о себе и о своей продукции. Фамилия моя Мушта Александр. Я из Краснодарского края, рыболов-спортсмен, поплавочник. Занимаюсь собственным производством. Производство вытяжки серии «Джокер». Вытяжки из мотыля, опарыша и червя. Натуральные экстракты состоят из личинок мотыля, опарыш, червь. Люди, которым доверяют многие рыболовы, они помогают вам в производстве вашей продукции? Помогают в производстве. Обратились к ведущим микробиологам страны, нашего института, и мне помогли сделать именно этот состав. Он безвредный для рыб. Там нету ни абсорбентов, ни консервантов, ничего нет. Естественная консервация идет этого продукта. Очень эффективно работает на докорме. Дорогие друзья, вот в этом месте я авторитетно заявляю, что именно вот с этой вот штучкой я в Москве-реке в Марьино поймал плотву на полкило. Ловил плотву, и одна из плотвиц вывесила полкилограмма. Александр, а я заметил, что у вас есть меласа, ликвид меласа, и увидел, что там 18 месяцев срок годности. Вот, пожалуйста, давайте покажем нашим зрителям. Меласа. Меласа 18 месяцев срок реализации. Здесь повышенная сахаренность. И она же является естественным консервантом. Почему такой срок? То есть объездили несколько заводов, это был самый лучший. По тесту, и мы выбрали непосредственно именно этот продукт. И еще очень важно, тем, кто заинтересуется, посмотреть, что же вы производите в ассортименте, есть ли какой-то интернет-ресурс или контакты, как с вами можно связаться и пообщаться. На сайт можно наш зайти. А как называется сайт? Сайт topfishingmav.ru. topfishingmav.ru. Большое спасибо, Александр. До будущих встреч и на выставках, и я надеюсь, на водоемах. Ну что, друзья, мы с вами познакомились с интересным, я считаю, оригинальным и очень эффективным элементом. Это, может, жидкие прикормки, даже вот так можно сказать. Не жидкие ароматизаторы, а жидкие прикормки. Все нужно пробовать, смотреть, насколько это все эффективно. Но я со своей стороны рекомендую к этому присмотреться, к этим классным продуктам, которые производят очень хороший поплавочник Александр Мушта. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. С вами был Евгений Замятин. Встретимся на рыбалке.